Ой. Так. Минуточку. Технические неполадки. И всем хай. Мы сегодня будем рисовать. Как бы это тупо не звучало, но да. Мы сегодня будем рисовать. Только не надо, пожалуйста, меня воспринимать как недохудожника. Я еще учусь, так скажем. Ой. Блин, что с этим стулом? Так, ну вот. Короче. Делаем так. Все. Так, чтобы я вас видела. Так, все. Видео же будет вверх ногами. Ё-моё, блин. Ну ладно, просто у меня он стоит вот здесь. Так что, возможно, картинка будет наверху. Ну, ладно, тогда я буду вот... Значит, первое... Блин, что у меня с бумагой такая? Первое, что я хочу нарисовать, это радужное сердечко. Моё. Любым цветом. Я не смотрю. Да, у меня вот, такие, вот здесь у фломастера. Вот такой вот цвет. Не знаю, какой он. А, это голубой. И я с ним должна сделать какой-то пигмент. Красивое сердечко. Ну что, погнали. Надеюсь, вам видно. Наверное, это видео надо смотреть вверх ногами. Я как-то не подумала. Знаете, вот такой вот блин. Вот такой вот есть сердечко. Делаю, так скажем, окантовку. И теперь делаю просто рандомные пятна. Похоже на синие облака. Ну, да, почему бы и не, да. И теперь, наверное, точечки сделаем. Не знаю, зачем они, но просто хочется. Ой, надеюсь, его видно, блин. И получилось вот такое вот сердечко. Непонятно, что можно еще какие-то побольше больших точек добавить. И что-то непонятное. Ну, возможно, следующее у нас будет. Следующее у нас будет, наверное, Следующее у нас будет, наверное, звездочка, потому что сейчас берем фломастер, на них мы будем писать, потому что это... интересно, какой бы этот расцвет. Ну, мне кажется, вы его уже увидели, и я могу смотреть. Да вы издеваетесь. Короче, чтобы два одинаковых не было, я делаю следующее. Так, это похоже на карандаш, да. Так что... вот такой вот цвет, я не смотрю. И это... да вы издеваетесь, давайте какой-нибудь нормальный, яркий. В этот раз цвет вот такой. Ну, оранжевый так оранжевый. Так, звездочку я рисовать не очень так-то умею. Не, ну... да, я в начале видео сказала, чтобы меня не считали недохудожником. Но, по-моему, я просто рисую обычные фигурки. Ну, да. Это так.
естественно его обводим. Давай каких-нибудь спонтанных линий. Вот такие вот, от угла к углу. Такие вот загогуленькие. Похоже на паутину. Так. И просто делаем просто точки. Не знаю почему, но... Видимо, на каждой фигуре будет точки. Как-то так. Больше похоже на новогоднюю игрушку. Это похоже на небо. Давайте его сделаем шариком. Как-то вот так. Так. И следующее, что я, наверное, хочу рисовать, это мороженка. Такая. Так. И вот это все. Здесь понадобится аж три цвета. Три цвета чаще. Это будет вот эти вот три. Карандаш мы сразу убираем. Вот эти вот нормальные. И последний цвет. Надеюсь, он будет желтый и... Ой, это ручка, там она пишет, так что он является дальше. Розовый. Необычненько. Значит, давайте покажу вам. Розовый — это вот такой вот. Вот такой вот цвет. Это то, что большой фломастер. Это вот такой вот. Этот фломастер, он более другого цвета. Ой. Вот такой он. И еще мы, по-моему, вот этот выберем. Он обычный, голубенький. Так, мне кажется, рожок будет вот таким цветом, потому что он больше напоминает на желтый. Он немного плоховато пишет. И в конце я вам покажу все, так скажем, мои рисунки. Мне кажется, это будет вот такая типа глазури на первом шарике мороженого. А в конце я попробую нарисовать девочку. И, пожалуйста, не судите строго, потому что я рисую вверх ногами. То есть, я рисую так, чтобы у вас на картинке было нормально, потому что если я рисую обычно, то это будет вот так, а у вас вверх ногами. Да. И добавим еще вот таких вот линий, чтобы это было похоже на вафельный стаканчик. Да. Так. И давайте сейчас нарисуем, так, что можно нарисовать еще? Что обычно рисую? Давайте девочку реально. Потому что я обычно рисую людей. Не вверх ногами, конечно, рисую, но да ладно. Так. Боже, это труднее, чем мне казалось. Так, а это будет вот... Ой, я запуталась, короче. По-моему, вот
Так, я это рисовала, боже. Не понимаю вообще, что у меня. Ой. По-моему, лицо стало немножко. Ну, немного большое сделала. Не, ну, как-то так, да. Она, допустим, смотрит вот туда. Так. Сейчас возьмем какую-нибудь терку. Допустим, это будет вот такая вот картошка фри, которую мне подарила подруга, которая делала мое видео с моим любимым эффектом. Ее зовут Камила, она появлялась на моем канале. Так. Угу. И давайте как-нибудь вот, вот так. Это нижняя сторона. Теперь приступаем к прическе. И, допустим, она будет вот такая вот слегка простенькая. Нет, знаете, все-таки рожка не будет. Давайте будет вот, вот так. Нет, давайте сделаем вот, вот, вот так и вот, вот, ну, так, потому что рисовать руки мне в принципе сложно, а вверх кармашками это будет невозможно, именно запястье. Так, она вот такая вот. Кто понял, я хотела нарисовать Лану, но получилось Ева, потому что ее, так скажем, дизайн более легкий. Нет, так вот. Вот так вот. Ну, допустим, будет по коленам. Вот так вот делаем. Вот тут вот такой вот вырез. А, нет, у нее, по-моему, вот так вот. Да, у нее вот так вот. Так. Кармашек. Зайку, который на ее костюме. Ой, то есть не костюме, а это... Я забыла, короче. Вот здесь вот, на ее сарафане или комбинезоне вот. Я рисовать не буду. Так вот. И, короче, твоим первым я возьму черный. Здесь он пишет. И он, конечно же, не пишет. Да уж. Так что. Так, так. Короче, давайте я введу синий, потому что и...